скоро зима окончательно вступит в свои права. Так что самое время задуматься о покупке верхней одежды. Именно для этого мы сегодня и пришли в салон «Метелица». Выглядеть зимой стильно и при этом не мерзнуть – мечта каждой девушки. Сегодня меховые салоны с легкостью ее исполнят. Огромный выбор курток, дубленок и, конечно же, шуб не оставят замерзшей ни одну модницу. А вот что именно выбрать из этого списка, решать только вам в соответствии с вашими финансовыми возможностями, образом жизни, ну и, конечно же, желаниями. Люди активные вряд ли выберут себе шубу до пят. Именно для вас современные пуховички или же короткие шубки и дубленки. Последние подойдут и для тех, кто ищет верхнюю одежду и на более сырую погоду. Почти все дубленки пропитаны специальным водонепроницаемым составом. И все-таки то, от чего не откажется ни одна женщина, это шубки из натурального меха. Выбор верхней одежды, особенно шубы, занятие, несомненно, приятное, но достаточно сложное. Будьте уверены, здесь подберут именно то, что нужно вам. И по цвету, и по размеру, и по фасону. Шуба – это стильно и красиво, а главное – всегда модно. И здесь только вам решать, следовать ли современным тенденциям мировой фэшн-индустрии или выбирать то, что подходит именно вам, не оглядываясь на рекомендации стилистов и модельеров. И все же для того, чтобы быть в курсе, в этом сезоне в моду входят шубы с поперечными полосами, а также с различными узорами. В плане цвета и меха опять же решать только вам. Это могут быть темные тона от шоколадно-коричневого до черного, но если вы выберете светлый мех, также не прогадайте. Кипельно-белые, молочные и сливочные оттенки сделают вас похожей на Снегурочку. По поводу длины фэшн-индустрия также не ставит нас в какие-то рамки. В моде шубы по щиколотку, укороченные модели выше колена, совсем короткие шубки и меховые жилетки, прекрасно сочетающиеся с брюками, бриджами, юбками абсолютно разных стилей. Кстати, на пике популярности меховые изделия с кожаными деталями и укороченными рукавами. Мех опять же выбирать вам. Норка, отделанная соболем, писец, бобрик. Самое главное, чтобы в шубе вам было комфортно и удобно. Кстати, одежду на зиму в этом салоне найдут для себя и мужчины. Здесь представлены новинки, модные именно в этом сезоне. Кожаные пуховики и кожаные куртки с мехом Тоскана. А мех Тоскана – это длинноворсовый мех, который отличается тем, что он теплый и при этом легкий. Сильному полу не обязательно выбирать верхнюю одежду строгих черных оттенков. В этом сезоне мода позволяет даже мужчинам поиграть с цветом. В мужской моде сегодня помимо классического черного цвета, также преобладают темно-синий и коричневые цвета. Радует салон не только огромным выбором верхней одежды, но и ценовой политикой. Здесь стоимость изделия гораздо ниже, чем в других магазинах города, а все за счет минимальной наценки и отсутствия арендной платы. Кстати, не забывайте, что приближаются новогодние праздники, и если вы еще не знаете, что подарить, помните, что для женщины шуба – желанный подарок, да и мужчина вряд ли откажется от возможности выглядеть этой зимой особенно стильно. Дорогие рязанцы и гости нашего города, я рад поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. В праздник всегда приятно получать подарки. Я рад сообщить вам о том, что всем покупателям нашего салона с сегодняшнего дня мы дарим подарочные сертификаты от 500 до 5000 рублей. Мы рады вам каждый день. Всегда ваша Метелица. Наконец-то именно здесь я нашла то, что так долго искала. Богатый выбор, разнообразие моделей и грамотный подход консультантов. Я думаю, что вариантов нет. Здесь повезет и вам. Хочешь, не хочешь, а к стоматологу приходится ходить каждому из нас. Так что и клиника должна быть проверена, и врач хороший. Сегодня мы отправляемся на прием в Приодент. Клиника Приодент существует уже на протяжении 4 лет. Ее расположение в центре города, положительные отзывы, ежедневный график работы, а также отсутствие проблем с записью и привели нас именно сюда. Пока на профилактический осмотр. Вряд ли поход к стоматологу или даже потенциальная возможность такового способна вызвать у нас положительные эмоции. Однако это реальная необходимость, ведь стоматолога нужно посещать хотя бы один раз в полгода. Самое главное – не бояться. Ведь в современных клиниках сделано максимум для того, чтобы все процедуры проходили для пациента абсолютно безболезненно. Другой вопрос, что не всегда это возможно, особенно если вы сами запустили ситуацию.
Тем не менее, будьте уверены, здесь делают все, чтобы облегчить ваши страдания. На сегодняшний день местные анестетики позволяют практически безболезненно проводить любые процедуры. В том числе есть особый подход к лечению беременных женщин, кормящих и лечению детей. То есть все это позволяет как бы выбрать определенные анестетики для каждой категории наших пациентов. Вот, поэтому все практически безболезненно мы можем делать. Сказать 100%, что любая манипуляция будет безболезненной, мы не можем, потому что бывают иногда пациенты, которые приходят с острой зубной болью, которые там неделю не спали, ничего не ели, да, и как бы, ну, у них как бы болевой порог уже изначально он очень завышен, и тут любая манипуляция, любой вмешательство, даже любая инъекция, она вызывает резкую боль. Если вы считаете, что ежедневной чистки зубов достаточно для поддержания здорового состояния полости рта, вы ошибаетесь. Врачи советуют не забывать и о профессиональной гигиене, которую также стоит делать у стоматолога с определенной периодичностью. Мы в основном используем ультразвуковую чистку зубных отложений, зубного камня. Желательно это делать уже два раза в год. Есть пациенты, у которых состав слюны и образ жизни, особенно курильщики, предполагает то, что и чаще всего приводит к тому, что зубной камень образуется достаточно быстро. И, возможно, таким людям надо не один-два раза в год, а чаще проходить эту процедуру. Есть пациенты, которым достаточно один раз в два года. Такое тоже бывает. Это все индивидуально. Дмитрий Дужик – владелец этой клиники и по совместительству врач «Золотые руки». Он старается, чтобы всем пациентам и каждому в отдельности было комфортно. Обязательные условия этого не только новейшее оборудование и качественные препараты и материалы, но и полнота услуг. Здесь можно сделать и рентгеновский снимок, и исправить прикус, и попасть на прием к пародонтологу, и воспользоваться услугой дентальной имплантации. Она позволяет сохранить соседние зубы, не оттачивать их под несъемные конструкции, под мостовидные протезы. Услуга достаточно дорогостоящая, но в то же время она востребована. То есть люди понимают разницу, да, когда особенно передний зуб отсутствует, да, чтобы не обтачивать соседние зубки хорошие, да, то есть устанавливается одиночный имплантат, и на него сверху одевается беленькая красивая коронка. Именно на прием к Дмитрию Викторовичу я и попала. И помимо полноценного и качественного осмотра, здесь я узнала все, что хотела о такой востребованной сегодня процедуре, как отбеливание. У нас здесь в клинике используется американская система Zoom последнего поколения. Есть определенные противопоказания, при которых мы отказываем пациенту в отбеливании. После процедуры в течение 2-3 недель пациенту назначается диета. То есть нельзя употреблять кофе, красное вино, кетчуп и так далее. То есть все, что содержит пищевые красители. На самом деле такое есть, и мы пациентов предупреждаем всех. Также нежелательно делать отбеливание тем пациентам, которые курят. То есть курильщикам это противопоказано. Если человек собирается бросить курить после отбеливания, тогда как бы это можно будет сделать. Красивые белые зубы – это прекрасно, но гораздо важнее, чтобы они были здоровыми. Вот что может стать с вашими зубами, если вы не будете следить должным образом за их состоянием. Конечно, по словам Дмитрия Викторовича, он еще не видел случая, чтобы все недуги, показанные на этой модели, были у одного человека. И все-таки чего он только не повидал за 15 лет практики. И это дает ему право утверждать, что профилактика и плановые осмотры у стоматолога помогут вам избежать серьезных проблем. Ну что ж, сегодняшний осмотр показал, что пока в услугах стоматолога я не нуждаюсь. Но если возникнет такая необходимость, я вернусь только сюда. Ярмарка «За шубой» – меховая выставка, которая представит вам более 1000 изделий из натурального меха с 11 по 15 декабря в цирке. Более 10 лет новаторская ярмарка торгует шубами в крупнейших городах России. Основа успешной работы – богатый выбор красивых шуб, выгодные цены, качество и разнообразие модных моделей. Перед вами шубы из мехового лоскута, классического мутона, нутри, овчины премиум. Все теплые, красивые, практичные. Что почем? Изделия из мехового лоскута «Белла» вам обойдется в 15 980 рублей. Женская классическая мутоновая шуба «Графиня» в 27 980 рублей. Мужская шуба «Техас» стоит 21 980 рублей. Шубу из нутри «Золотой Олимп» с капюшоном вы купите за 35 980 рублей.
Шубу из овчины премиум «Аристократка» с воротником и манжетами из норки за 39 980 рублей. Самые высокие цены на шубы из русского соболя. На новаторской ярмарке с 11 по 15 декабря в цирке будут продаваться роскошные куртки, манто и длинное пальто из соболей. Самым любимым мехом у покупателей новаторской ярмарки является норка. У нас в организации учитывают следующие параметры. Первый – это тип норки. То есть какая, откуда эта норка, с какого пушного аукциона – североамериканская, российская, китайская или скандинавская, например. Очень влияет на цену цвет изделия, сложность изделия с точки зрения дизайна и, конечно, количество шкур, которое идет на изделие. Вот так строится ценообразование на новаторской ярмарке. На новаторскую норку в дни ярмарки с 11 по 15 декабря в цирке будет действовать скидка 20 тысяч рублей. Так, шуба императрица с горжеткой из лисы за 210 тысяч рублей со скидкой вам обойдется в 190 тысяч. Добро пожаловать за шубой! Новаторская ярмарка работает с 10 до 7 часов вечера в цирке с 11 по 15 декабря.